Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 25, упражнение номер 31. На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги больше, чем взяли. Сколько книг взяли с полки? Итак, нам известно, что было 12 книг. Взяли сколько-то книг, и книг осталось на 4 больше, чем взяли. Следовательно, с полки взяли 4 книги. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.